Вот, короче, нужно будет вот это вот вытащить тут щебенка сантиметров 40, наверное, вместе с растениями. Раз, два, три, четыре. Ну, 4-5 шагов, короче. Вот так в этом ручье нужно будет это все дело отсюда вытаскивать. Ребят, для тех, кто не верит, что биоплато может зарасти и не пропускать воду. Вот, смотрите, ломиком. Ломиком пытаемся выдернуть как, хоть какой-то кусок оторвать вот от этого участка заросшего. Вот 4 метра этого ручья заросло тростником. Корни заплели щебень очень плотно. И все это как единая масса. Живой организм. Да, и... Как вы видите, очень все это трудоемко доставать отсюда теперь и вычищать. Давай, Макс, во-во-во, потихонечку. Давай, давай. Давай, вырывай. А вот только вырывай. Так, не убери. Давай, вырывай, нормально все сейчас пойдет. Главное начать. Надо что-то какой-то еще инструмент нам придумывать, да? Что можно еще придумать, друзья? Давайте, каким инструментом это все делать? Как это можно все вычистить?